Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Курус1. И сегодня хотелось бы сообщить одну новость. Все дело в том, что касается города Егорска. Друзья, в общем, на протяжении почти примерно месяцев 2 с небольшим, но было выпущено всего 70 выпусков про Егорск. Плюс в сентябре 2020 года был выпущен проект под названием «Новости из Якуланска». Но потом в октябре я закрыл сервер Якуланска для публики, и потом... Кстати, недавно была новость про то, что я помирился с Райми, но потом начались длинные очереди в хостинге под названием «Атернос». И в связи с этим я попросил своего друга через Микура, чтобы перезалил карту из Никонска на Google Диск или же Яндекс Диск. Ну, я скачал, естественно, через Яндекс или Google Диск, но я не помню. Так вот, где я сейчас? Сейчас я нахожусь около... Место, где я заспомнился, когда я начал строить город. Именно вот здесь вот. Сейчас вот дискосядик, автовокзал, первая пятиэтажка, первый дискосядик, первая школа, первый небоскреб. Вот. Так вот, что хотел сказать. Ну, ребят, в общем, заявляю о том, что... выпусков новостей про из Яконска не будет, к сожалению. Извиняюсь за такой период, перемен требует мое сердце. Посему решил, можно сказать, отменить производство выпусков новостей из Яконска. Ну и собственно проект город Майнкрафта тоже. Но не волнуйся, Яконск будет, конечно, мелькать в других видео на моем канале. Но не в варианте типа новости Яконска, а в других видео. Так вот, первое видео в таком формате, но про Яконск будет уже в конце марта. Ну, возможно. Или же в конце апреля. Ну, честно говоря, я пока что не решил с датой, но... Но я постараюсь для вас, друзья. Ну, вы все будете писать, типа, Яконск уже умер, но... Он пока что живет, но... Каждый, если, можно сказать, оставил себе, можно сказать... И теперь, можно сказать, ну, сервера нету, но карта у меня есть. Ну, в общем, закрыт для публики, закрыт для... Любите посидеть в Яковске. Теперь он, можно сказать, попал под частную собственность. То есть, под собственность основателя города. То есть, под мою собственность. Ну и напомню вам, друзья. Новости из Яковска хоть и не будет, но будут, можно сказать, другие видео, но при этом будет упоминаться Яковск. В общем, на этом, можно сказать, все сказал. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. И не забывайте писать мне комментарии, пожалуйста. Как раз он актив требуется. И не спрашивайте, почему у меня такой голос, можно сказать, что мне недавно поставили аппарат. Ну, прямо в рот, можно сказать. Поэтому у меня такой вот голос. Вот произношение слов. Ну и на этом я могу завершить. Спасибо всем за просмотр и всем пока.